Вас вітає служба інформації Телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Сёння означається Рождество Христова по календары католіцкай конфесії. Правоохоронные службы переходят на узмоцненный режим працы. Месцы массовых гуляний будут обмежованы турникетами. Установам культуры потребна допомога. Об чем шла размова у громадской приемной. А зараз об этом и іншим больше подробно. Сегодня означается Рождество по календары католической конфессии. Для верников это одно из самых главных святов, которые связаны с нарождением Иисуса Христа. У Гомеля святочные службы традиционно проходят у римско-католическом приходе Рождества Божьей Мати. Бадай одинное отрознение от попередних годов меньшая колькость верников, что связано с пандемией коронавируса. Разом с тем, это никаким чином не уплывает на тот факт, что для католиков Рождество – главная религийная подея года. Дарыши, разом с ними 25 снежня Рождество означают протестанты, а так само православные у некоторых краинах. Сярод традиции этого дня за одним столом повинна знаходиться уся семья. Як и православные, напередодні Рождества католики означают сочельник. Непосредственно Рождество начинает святкаваться с удыходом первой вечерней зорки, якая объяснила всему свету об нарождении Сына Божьего. По календары католической конфессии Рождество означается 8 дён с 25 снежня до 1 студеня. З нагоди уже надійшовши свято Божого народження, хочу усіх повіншувати. Це чудове свято, чудова традиція. І, звісно, в віншуванні вкладаємо всю нашу радість, усю теплиню, усю любов, яку хочемо ділитися у цей день з близькими, і не тільки з близькими, з кожним, кого зустрікає на своєму шляху. Ситуація наша така, що це Боже народження переживаємо у складних умовах. Непростых, але коли поглядим на то, як відбувалося Боже народження тады, 2020 годов назад, то так само умови були складаные, непростые, тяжкие, было шмат хваляванняў, як гэта адбудзецца. Вось, і гэта дазваляе нам сёння спадзявацца на тое, што Бог спачувае нам, ён разумее нас, ён бачыць нашыя цяжкасці, нашы праблемы, нашы чаканні, якія маем у сваім сэрцы. І гэта надае асаблівы характар гэтым святам. Таму жадаю вам такой моцнай надзеі, упэўненасці ў тым, што Бог вас чуе, Бог ведае усе праблемы, Бог побач, Бог блізка. І калі ёсць у вас, мае дарагія, такая магчымасць даць ачуць камусьці яшчэ гэта, зрабіце гэта, бо Бог можа праз вас таксама прынесці радасць таму, хто гэтыя святы вельмі моцна патрабуе. Подарунки для тех, об ким забылися батьки. На площади Ленина побач с новогодней прыгажуней прошла агульнагородская елка жаданняў. Это одно из мероприемств акции «Наши дети». Радостное мероприемство для детей, которые, на жаль, оказались у социально-педагогичном центре, организовал гомельский горвыканкам. Нам очень приятно ощущать себя помощниками Деда Мороза и быть причастными к исполнению желаний маленьких гомельчан. Поэтому мы постарались вложить каждый из сюрпризов частичку своего тепла и любви. И в свою очередь все вместе загадали новогоднее желание для Дедушки Мороза, чтобы все из этих ребят обязательно встретили новогодние праздники в домашней обстановке, были окружены любовью и заботой родных и близких людей. Артему машину на пульте, Сярожа корабель, Мелане ляльку. Дед Мороз выканал усе пожаданий хлопчиков и девчинок, якія яны написали у своих листах до яго. Але самое галоўнае жадание, яко объединяло усіх гэтых дзяцей, вернуться до дому, пакуль засталося только марой. И все ж таки усе яны верят, что новогодние святы яны обовязково сустрэнуць дома. Что ж тебе подарил Дедушка Мороз? Куклу. А ты мечтала о такой? Да. Ты стихотворение подготовила, да, и рассказала дедушке, а нам расскажешь? Пусть огни горят на елке, пусть сверкают все иголки, колокольчики звенят, с Новым годом говорят. Можно я тебе? Умница. А тебе что подарили? Мне подарили самокат. Но ты на нем будешь кататься весной, да? Нет, могу и сейчас кататься. И ты мечтала о самокате? Да. Рада? Да. Мне подарили ролики, и чтобы там делать колечки и браслетики. Можно самой делать. И ты об этом просила Дедушку Мороза? Да.
И он исполнил все твои желания, да? А о чем ты еще мечтаешь? Ну все. Мечтаю попасть домой. У гэты непросты год работа волонтёраў была ва ўсіх на слыху. Тысячы неабыякавых людзей стараліся дапамагаць медыкам у барацьбе з каранавірусам, падтрымлівалі іншых і рабілі нешта добрае. І вось 2020 падыходзіць да завяршэння. Тое, што зараз трэба ўсім, гэта крыху радасці і цудаў. Іх чакаюць і дарослыя дзеці. І зноў у волонтёраў ёсць работа. Новый год – это час чудов и здійснення жаданий. И вот я, например, завсёды марила стать часткой новогодней казки и попробовать себе в роли Снегурки. Сегодня у меня есть такая махчимость, дякуючи волонтерскому отраду «Открытое сердце». Здравствуйте. Як бачите, мы поспели переуособиться у любимых дитячих персонажей, чем одразу выкликали ажиотаж на улице. Малые их батьки подходили до Деда Мороза и Снягурок, как проспевать песню про ялинку, а на узамен зусім нечакана отрымливали солодкие подарунки. Спи, елочка, бай-бай, мороз снежком путывал, смотри, не замерзай. Ну, молодцы! Дарэчы, волонтеры отрада «Открытое сердце» – это работники Гумсельмаша. И яны уже несколько годов напередодні свята ладзяць такую доброчинную акцию для жыхароў микрорайона Сельмаш. Першапачатковая яе мэта – наведаць и павіншаваць з надыходзячым Новым годом дзяцей, якія рэдка пакідаюць свою кватэру за стану здароўя. Аднак цукеркі дастаюцца ўсім тым, хто сустракаецца на шляху. Что сегодня Дедушка Мороз делать будем? Сегодня мы будем посещать детей с ограниченными возможностями, которые не могут прийти на мероприятие, которое проводит волонтерский отряд «Открытые сердца» в Гумсельмаш. И поэтому мы решили посетить их на дому. А смотри, какой малыш идет. Идем? Какой замечательный малыш. Здравствуй, здравствуй. Спасибо. А зараз мы идем до дому до Кати, якая уже давно чакая гостей. Здравствуйте, это Дедушка Мороз. Каці 33 гады, але ў душы яна да гэтага часу дзіця. Дзяўчына пакутае ад сутрагавага сіндрому. Ёй нельга хвалявацца, таму што моцныя эмоцыі дрэнна ўплываюць на яе стан. Аднак візіт казачных гасцей яна ўспрыняла добра і падзякавала за падарункі. Наведаўшы некалькі адрасоў, мы зноў адправляемся на вуліцу раздаваць прысмакі. І калі камусьці зараз не хапае навагодняга настрою, то раю зрабіць тое ж самае. Ёлочка касаецца з намі запаёт. Песня начинается каждый Новый год. Умничка какая! Как тебя зовут? Эмилия. Нашу команду сустракали усмешками, махали з вокнаў и просили сфотографоваться. Бо не кожны день у твоем дворы з'являється сапраўдный Дед Мороз, да и еще с двумя снягурками одразу. Апошней кропкой нашего маршруту стала новая спортивно-гульнявая пляцовка, якая открылась в этом годе. Зараз гэта галоўнае месца притягнення всех детей в районе. Веселье пела песенку, спи, елочка, бай-бай. За окном мороз и снег, а вокруг дитячий смех. Дед Мороз тут господарит, шости детям он подарит. Снег запляшет хоровод, вихрем закружится. Скоро-скоро Новый год, рыси в гости мчится. Прослухавши з некалькі десятков вершаў и раздавши велізарный мяшок цукерак, я лічу, что наша місія выкананая. При гэтым кожны з волонтёраў адчувае, что ён не столькі аддаў іншым, колькі атрымаў взамен становчых эмоций на год наперад. Дзіцячае здзіўленне, шчаслівыя вочы, радостный смех. Ведаеце, гэта сапраўды незабыўны вопыт, і я раю кожному у наступным годзе паспрабаваць і стаць чараўніком. Ганна Крайчук, Яўген Макеенка, тэлерадыё кампанія Гомель. Падчас навагодніх канікулаў Цэнтр інклюзіўнай культуры ў Гомелі запрашае гасцей на інтэрактыўную праграму «Снежная фантазія». Прадстаўленне праходзіць у форме квэста, у якім казачныя персанажы даюць дзецям заданне, а таксама разам спяваюць, танчаць і водзяць карагод. Напрыканцы юныя ўдзельнікі атрымліваюць заслужаныя падарункі і фотасесію з Дзедам Марозам. Для гэтага ў Цэнтры стварылі спецыяльную святочную зону. У нас прошлым был спектакль, в этом такого мини-формата, но тем не менее интерактив детям очень нравится. Это живое общение, это возможность посидеть на коленках у Дедушки Мороза, что сегодня могли видеть, да? Ну и в целом, мы думаю, будем ждать гостей и 26-го, и 29-го, и 31-го. Также мы увидимся на площади центральной, где мы также покажем эту программу в игровом формате, а и с нашими концертными номерами. Поэтому, я думаю, зрителей нужно поздравить с Новым годом, пожелать всего самого наилучшего в следующем году и оставить все самое сложное, что мы пережили уже в этом.
Першими гостями гульнявой программы стали выхованцы Центра дзённага и круглосуточного знаходжання для детей-инвалидов «Майская кветка». А у субботу у 16:00 у Центре инклюзивной культуры пройдет доброчинный концерт у подтримку хворой девчинки Киры Куруленко. У программе «Новогодний кермаш», «Ростовые ляльки», «Дед Мороз и Снягурка», «Аквагрым» и забавляльная программа. Усе собранные сродки будут перелічены на лечение Киры. У Гомельской области открылись елочные кермаши. Только у областном центре организовано около 20 специализованных кропок продажу новогодних атрибутов. Яны размещены по всем городе около магазинов и гандлевых центров. Натуральные штучные елки и хвои можно будет набыть на рынках Давыдовский и Прудковский. Что тычется коштов, то метровые иглицы и хвои можно купить прикладно за 15 рублей. Двухметровые каштуют около 30. Букет с еловых галинок можно набыть за 4 рубли. Особные галинки по 2 рубли. А кроме того, у гомельских лясгасах так само будут реализовывать хвои у катках и сеченые древы. Набыть их можно с 8 до 17 годин. Традиционный постоянно действующий кермаш разгорнулся и по улице Карповиша в районе центрального рынка. Тут пропонуют широкий выбор елочных цацок, упрыгоживания у новогодних сувениров, гирлянд и иншей новогодней продукции. Поводле информации управления гандлю и послуг райвыканкама, специализованные кермаши будут працавать по 31 снежня. Звичайный 17-й гомельский автобусный маршрут стал казачным. Два автобуса у 6-м автопарку перепранули у новогодние костюмы, а за место водителей и кондукторов зараз там Дед Мороз и Снягурка. И это не все цуды. 31-го снежня головные новогодние персонажи будут дарить пассажирам солодкости. Светками казачного старта святошных автобусов стали наши корреспонденты. Марина Северьянова протягне. Сами пошили новогодние костюмы для автобусов, упрыгожили салоны, зараз там зорное небо, а так само опранули водителю и кондукторов в уборы Деда Мороза и Снягурки. У 6-м автопарку вырешили подарить гомельшанам свято после такого тяжкого, литерально для всех года. Мы записали новогодние песни нашим жителям, чтобы было веселее в дороге. Я убежден, что нашими действиями люди, которые едут на работу, они будут ехать с хорошим настроением. Заместо кондукторов обелешивать пассажиров будут Дед Мороз и Снягурка. И перед тем, как садиться у святочного на автобус 17-го маршрута лепше выучить новогодний вершик. Оплатить проезд все равно придется, але за поэзию можно будет отримать целую кишеню цукерок. Ходить, спрашивать сказочки, спрашивать, любишь ли ты свою маму, дарить конфеты. Как детям, так и молодым парочкам. Водитель так само поспел ужиться у новую роль Деда Мороза и обещает перетворить поездку по звычной маршруте у казочные пригоды. Ездить будем, насколько мне сказали. Вот, приехал ты с Лапландии, да, выучил я только в силу моего возраста, все-таки 863 года, это же вам не шутки. Только 17-й какой-то, сейчас гляну. О! Что вы нам покажете? Это была бумага. Стихи, да? Нет, маршрут. Новогодний маршрут. Да. НГ и 20 НГ. Вот. Если поможет мне моя помощница Снегурочка, ну будем ездить по остальным. Пассажиры первого рейса, которые отправились с Кленковского микрорайона, такие новогодний сюрприз от автопарка восприняли с радостью. Дорослые кажут, что отшули себе у кассы, якой так многим все лето не хапило. Настроение, и даже приятно, понимаете, настроение в таком автобусе. Настроение совсем другое. Еще одна задумка. Два автобуса, один опранутый у костюм Деда Мороза, а другие Снягурки, будут сустракаться на улице Мазурова. И это так само будет видовищно. Чекается, что на святочных рейсах можно будет прокатиться до годины ночи 1 студеня. Марина Северьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель». С этого дня правоохранительные службы переходят на узмоцненный режим працы. Места массовых гуляний будут обмежеваны турникетами. При догляде будут использоваться металлодетекторы. Такие меры принимаются, как никто не смог пронести на свято алкоголь, а так само холодную и огнестрельную зброю, забороненные речевы и боеприпасы. Супрацовники милиции просят громадян проявлять пильность, информовать о подозренных особах и покинутых без нагляду речах. Накануне новогодних и рождественских праздников УВД Гомельского облсполкома напоминает о соблюдении общественного порядка, мер личной и имущественной безопасности, а также правил дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий. УВД Гомельского облсполкома напоминает, что с 11 августа 2020 года в Республике Беларусь запрещена оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями. Однако, если у вас есть пиротехника, ее использование должно строго соответствовать правилам безопасности.
При этом ни в коем случае не создавать предпосылок к нарушению общественного порядка, а также к возможному причинению вреда окружающим. На взмоцнены режим працы переходят и супрацовники ДАИ. Под Новый год колькость ДТЗ, звычайно, повялишивается. У будние дни у среднем выявляется 6 нецвярозых водителей. У святых эта лишба становится больше. 1 студеня 2020-го было спынено 14 нецвярозых автоаматоров. Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Не омрачайте праздничное настроение как себе, так и другим участникам дорожного движения. Заблаговременно обдумывайте маршрут своего движения до места празднования и обязательно оставляйте свой личный автотранспорт на специальных отведенных стоянках и площадках. Новогодние сюрпризы. Начальник Шашерского районного отдела внутренних справ Владимир Бухалцов и член Совета ветеранов кадровой службы Управления внутренних справ Гомельского облвыканкама Игорь Грышкевич наведали Несимковицкую больницу сестринского догляду, каб обсталявать кропку для прогляду телепрограмм и старых добрых фильмов. Диски с любимыми многими киностушками належали батьку Владимира Бухалцова. И отдать их людям, которые из удячности станут ладить кинопрогляды, больше правильно. Правильно, чем покидать пылиться на полицах своей квартиры. Идею подтримали как у Галиновом совете ветерану, так и у медустанове. Разом с дисками у больницу отвезли и прогревальник. Он належал Игорю Грышкевичу. Так, напередодні Нового года у Несимковицкой больницы появился утульный куток, где каждый из постояльцев может выбрать уподобанный фильм и приятно провести вольный час. Зараз в установе находятся амаль 30 человек, которые трапили туда из-за разных тяжких житевых ситуаций. Порадовать их на передодні зимовых святов – приемная миссия. Многие смотрят интернет. Здесь такой возможности все-таки в силу возраста и определенных навыков нету, но есть возможность подойти, попросить медперсонал, включить понравившийся фильм и где-то вместе обсудить, посмотреть, вспомнить, интересно провести свой досуг. Поэтому мы все родом из детства. В преддверии новогодних праздников хотелось подарить подарок, ну и, соответственно, поделиться добротой. Министерство аховы здоровья запускает акцию «Новый год. Домашнее свято». Она накирована на проведение безопасных новогодних святов. Мета перадсвятошной акции – переконать громадскость у необходимости выполнения мер безопасности по час пандемии COVID-19. Опранать маску, заховывать физическую дистанцию, сошить за своим самоотчуванием, вести здоровый лад життя. Значит, быть отказным, клопотиться не только про свое здоровье, але и здоровье новокольных. Такие отказные поводины житевой необходимость подчас долгих новогодних каникулов. Старшиня областной организации Белорусского профсоюза работников культуры и старшиня областной организации Белорусского союза ветеранов войны у Афганистане Михаил Жукевич принял удел у проведения шарговой громадской приемной. На протягу 2 годин он отказывал на телефонные звонки жихару региона и проводил прием громадян. Разом с уже традиционными питаниями на кшталт померу оплаты коммунальных послуг, добропорядкования и ремонту жилевого фонда, шмат уваги на гэты раз было уделено работе установ культуры. У связи с несприяльной эпидемичной ситуацией колькость глядачоў резко снизилась, что адмоўным чином отбилось на финансовом стане театров, кинотеатров, домов культуры. Некоторые установы перешли у виртуальный формат работы. Яны записывают свои выступления и выкладывают гэтые записи у интернет. Разом с тем, працавать таким чином могут не все установы галины. Маленьким коллективом, которые есть, потому что они зарабатывали деньги, они ездили на какие-то гастроли и так далее, сегодня этого нет. Самим коллективом, конечно, это сложно, поэтому сегодня нужно всем вместе. Это и управление культуры облсполкома, это, конечно же, профсоюзы, это, конечно же, сами коллективы. Вот. Потому что я сейчас повторяю, что самим выйти из этой ситуации, конечно, очень сложно, особенно маленьким коллективам. Сегодня в Гомеле прошла традиционная выстава «Кукла». Штогод 25 снежня майстры из усёй Беларуси демонструют свои авторские работы. У жыцці человека ляльки были напэўна завсёды, причем часто яны выкарыстоўваліся не только у якости цацак, але и як абярэгі. Что тычыцца непосредственно проекта «Кукла», то он існуе 3 года. Правда, за пандемией коронавируса сёлета колькасць удельников организаторам пришлось обмежовать. Свои работы на гэты раз представили 20 майстров. На
специальных подставках, ляльки, мішки Тедді, коты, герой знакомитых киностужек. Фантазию, як и выбор материалу, никто не обмежевывал. Сярод наибольше распаўсюджанага текстиль, войлок, пластик, фарфор. Усё гэта зараз можно набыть у специализованных крамах. Выстава, якую можно назвать святом сапраўдных майстроў, мае некоммерцийный характер и проходит на протягу всего одного дня. Тяжело собрать достаточное количество мастеров, и все зависит от денежных средств. Мы создаем эту выставку своими руками, своими вложениями, и не имеем с нее финансового дохода. Если у нас появится какой-нибудь спонсор и меценат, у нас, конечно же, будет больше возможностей, и мы можем радовать своих зрителей и два, и три дня. Кватэры со свободной планировкой, французские окна, просторные лоджии. У неделю телеглядачоў чакае новый выпуск программы «Вялікая будоўля» на телеканале «Беларусь-4». Здымочная группа завітала у гости до новоселу только-только побудованных высоток, наведала выставленные на продаже кватэры и будаўнішыя пляцоўки Гомеля. Аб тым, колькі зараз каштуе квадратный метр и як гэта залежыць от поверха, где есть свободные кватэры, як набыць жыллё праз аукцыён и где яшчэ у Гомелі побудуюць высотки. Усё гэта у чарговым выпуску «Вялікай будоўлі». Эфир 26 снежня у 16:40 и 27 у 20:40. Гэта іншы навіны, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі Гомель вы можете знайсці на нашым сайте в інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.